сегодня. Из-за обычного переохлаждения возможно возникновение мигрени, потери слуха и даже облысение. Пора зимой без втрат. Как избежать этих последствий, расскажут наши эксперты. У 16-й. Зігріваюче вправо від альпиниста. Не стесняйтесь кривляться на остановке. Та правильное дыхание від йога. Я вам гарантирую, что вы согреетесь. Аби жоден мороз. Мы не замерзнем, даже в Гималаях. Не був страшним.